Так, всем привет, Спанч Боб. И мы продолжаем играть. Ой. Всем привет, это Спанч Боб. И мы продолжаем играть. Мы продолжаем с непожелтым плесом. Начнем. Нож. Уронили миску на пол. Оторвали миски. Кто? Дайте что. Ну, я, конечно, слышал, что у каждого имеется свой стресс. Вышли шкаф. Красивая такая вазочка. Что-то в ней хорошее внутри лежит. Нужная. Но как ее тут выкрыть-то? Как ее выкрыть? Не разбивать же вазочку в самом деле. Ну, может, разбить и класс. Теперь моя вазочка. Красивые, конечно, перышки. Но бедные пингвины, фу, павлины, из которых эти перья выдергивают тетика, глаза выходят. Так, что делать нам? К чему? А! Ну, то, что за... Это понятно. Магнитик. Ух ты, столько всяких колбочек. Вот бы найти светящуюся краску какую-нибудь и наливать ей что-нибудь. Так, что-нибудь. Нифига толковывает. Сейчас будет, кстати, последняя серия. Что-то последняя миссия, как я помню. О, а вот это замечательное просто небо. Ты как кроешь, тут все застряло. Так, чего это у нас тут, справа? Ты что больше всего ненавижу в своей жизни? Это собирать такие пазлы. И сейчас я реально это ненавижу. Блин, я даже не знаю, как это может. Я не знаю, короче, я не буду. Я пропущу. Так, я продолжаю. Так вот, я собрал. Ну, я не собирал ничего, я все пропустил. Так, вот рисунки видимки. Что тут? Капля. Я забыл, какой рисунок. Вот. Что? Что это что? Ай, молния. Так. Не, херня. Окей. Чё-то мне так тошнит, когда я смотрю на все эти вот сломанные игрушки всякие. Ой. Что нужно тут делать? Блин, что это тоже? Не, херня, так не... Даже и не думай. Что за надумать? Ну, про что? Скачу в их записи, когда все знаю, я вам. Ты все понял? О. Нашла! Сейчас творить будем всякие разные безобразия. Соорудим сейчас какой-нибудь супер-пупер. Ну, ё-моё, поломалось все, блин. Хотя ничего, так прикольненько даже. Ну да. Ну ничего, так творчество народное. Такое, слегка кричащее. Окей, кричащее. Даже много страшно становится. Мне кажется, мне не так страшно. Пусть просто останется. А, да. Не, надо попробовать как-то по-другому. А, я же ничего не вижу, кажется. Не, надо попробовать. Окей. Что делать там? Активно. Что я вообще должен делать, короче? Так, строить химический взрыв. Надеть пленку в проектор. Блин, не видать нифига, надо свет включить. А нет, тут прожектор. А вот здесь есть. Ты как кроешь, тут. Давай. Я молчу, вот. Я бы не потом все. А, ну да. Помощничков, даже уже жалко становится.
Ну, блин. Нет, так не достать, у меня жопа. Красивые, конечно. Я сейчас понял, как это сделать. Так, подсказка. А, ну конечно. Давайте. Ну что, готовьтесь, это уже конец игры. Рубить-то нужно сначала самогон. Ну, прощайте, ребят, с вами был Зов и Тройки. Подписывайтесь на канал и смотрите финальный ролик. О, это ж не конец. Опа, шапочка запала. Идет. Я не знаю. А. Подожди, я вообще сбоил. Так. Так, так. Нет, подожди. Я выполнил первый. Ага, все, запомнил. Так. Конец игрушки. Короче, вот такая вот игрушка, это конец этой игрушки. Чу, ладно, короче, это, вот конец этой игрушки. Это для меня очень любимая игрушка. И, конечно, мы потом, ну, будем ее проходить от начала. Не, ну сейчас будем проходить другую игрушку под названием «Сяня в полной Африке». Это уже будет в следующий раз, это через 5 дней, как только я выложу это видео. И, ну, явно не сразу. А пока, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Спанч Боб, всем пока!